Всем привет! Меня зовут Яна, и в сегодняшнем видео я решила поделиться с вами, как я делаю свою ежедневную укладку. Поехали! Я мою голову этим шампунем. Если я не использую бальзам, бывает, забыла купить, то этот шампунь не сушит волосы. Они будут рассыпчатые, не сухие. И прекрасно, только маслом я могу смазать и все. То есть этот шампунь для меня идеальный. Далее. Я использую вот такой бальзам. Легкое расчесывание. Он очень вкусно пахнет. И он на моих волосах работает. Даже если я его не подержу 5 минут. Я его наношу, смываю. Мало того, что аромат держится 2 дня, он прекрасно расчесывает мои волосы. Они становятся такие вот рассыпчатые, мягкие, увлажненные и не ломаются. Я не стригла волосы больше 6 месяцев уже. Волосы шикарные, советую для вьющихся волос, не запутываются волосы, прекрасно расчесываются. И еще у меня есть один продукт, который я готовлю сама. Здесь находится маска Estelle. Основной ход — увлажнение и питание. Это маска для волос, но она не простая. Я в нее добавляю тоник для того, чтобы волосы были вот с таким пепельным оттенком. Иногда передержу, и волосы у меня получаются фиолетовые. Я всегда так делаю, потому что бальзамы, маски, которые продаются готовые для блондинок, мне никакого эффекта не приносит, не подкрашивает. Я не вижу этого эффекта. Потом я сделала для себя вывод, что я что-то могу сама сделать. И купила отдельно тонику за 100 рублей. И купила маску, которая мне нравится, которая подходит. И совместила их вместе. Добавляю для себя в нужных пропорциях. На глаз не знаю сколько, то есть она была целая, я взяла палочку, начала по капельке добавлять и сделала ее сама. Но делаю ее раз в месяц, не чаще. Она оттеняет волосы. После того, как я 3-4 раза голову помою, она смывается. Соответственно, потом я хожу еще, наверное, недельку, крашу корни. И я опять ее наношу. То есть это я делаю сама. Ну и продукт, который я наношу на волосы, это масло Эльсеф. Это может быть любое масло. Я их покупаю по акции, либо по запаху, если мне очень понравился запах масла. Вот. Сейчас, на данный момент, это Эльсеф. Его я использую постоянно для расчесывания. Пенки на волосы я не наношу. Сухие шампуни я использую крайне редко. Я купила один сухой шампунь на тест, и эффекта я не поняла. Мне не понравилось ощущение на коже головы. Мне не понравилась тяжесть на волосах сухого шампуня. Я их не использую. Я использую лак для волос, если куда-то иду на мероприятие или в ресторан. Это будет лак для волос. Так, только масло. Укладку я делаю феном Babyliss Pro с мотором Ferrari. Приобретала его 8 лет назад, если не больше. Служит мне верой и правдой, обожаю его. Быстро сушит, у него 2 режима. С ним все очень быстро, шустро, любая укладка. У меня есть для него еще диффузор. Это если вдруг я собралась сделать
внутряшки с огромным объемом. Так, это мой фен. Далее я использую деревянный брашинг с натуральной щетиной. Прекрасно запечатывает кончики. И расческа без шариков на концах. Прекрасно расчесывает даже самые запутанные волосы. А вьющиеся волосы путаются всегда. Особенно здесь снизу. И из-за того, что у нее здесь сеточка, она просушивает волосы, даже если я буду на нее сушить. Значит, я помыла голову шампунем, бальзамом. Сейчас мы с вами нанесем мое масло. Все равно, какое масло у нас будет. Чем больше, тем лучше. Ну, конечно, только концы, чтобы они хорошо расчесывались. Значит, масло я покупаю либо по акции, либо какое-то новое, если оно очень вкусно пахнет. Еще я делаю, помою голову, допустим, это утром. Делаю детям завтрак, мужу, пока мы завтракаем, голова уже наполовину подсохла, волос, с волос не капает, корни уже сырые, но голова должна быть именно уже такая подсохшая. Значит, наносим маслом, чтобы волосы расчесывались, кончики запечатывались. Волосы у меня вьющиеся. Сейчас я вам покажу свою укладку практически ежедневно. Я мою голову раз в 3 дня. Не чаще, редко, когда мне нужна там хорошая укладка. Я супер укладка, супер объем, я мою голову перед мероприятием. Вообще мою голову раз в 3-4 дня. У меня держится, не жирнится у меня, то есть объем держится, волосы рассыпчатые. We'll be right back.
Так, ну что, вот такая у нас укладка получилась. Укладка на каждый день. Объем. Челочка может делать любой пробор. Хочешь на бочок, они прекрасно любят. Когда я челку укладываю вперед, она у меня может потом делать пробор в любую сторону. У меня никогда нету определенного пробора, потому что волосы, рост волос потом привыкает, потом невозможно ничего вложить. То есть я могу сделать и вот на эту сторону, он будет прекрасно ложиться, и на эту. То есть как мне вдумается, как мне будет удобно. Вот такая укладка. Волосы, конечно, они сейчас более-менее выпрямлены, но завтра это уже будут более-менее ломанные или вьющиеся, если на улице влажно. Концы, то есть так ровненько они, конечно, лежать не будут. Угу. Такая укладка мне нравится больше всего, потому что если я хожу с вьющимися волосами, у меня красота, вот просто красота укладки буквально один день. Если я их вот так вот выпрямляю, то они немножечко начинают подвиваться, и они не путаются. То есть даже если они распущены, они смотрятся очень достойно, чем кудряшки. То есть кудряшек все-таки есть меньше срок носки. Это один, но максимум на второй день я могу немножечко их увлажнить и переделать. То есть с такой укладкой я гораздо дольше хожу. То есть 3 дня, 4 дня я могу ходить с такой укладкой. Вот. Соответственно, делать пробор на разные стороны. И волосы свои я ращу. Я их не стригу, я стриглась последний раз полгода назад. И если вот я вот так укладываю, они у меня красивые, кончики не рваные, очень ухоженно смотрятся. Вот. И планировала я стрижку сделать весной, перед 8 марта. Еще с такими кончиками ходить долго, то есть и они смотрятся очень достойно с такой укладкой. Вот. Нужно сделать напряг, который мне, конечно, не очень идет, но я его не доделаю. Вот такой вот. Можно одеть заколочку, можно завязать гульку. То есть тут уже мне нравится такая укладка на каждый день. И мои волосы, по крайней мере, вот сзади. У меня самая проблемная зона — это сзади. Вот здесь вот образуются очень большие запутанные такие прям пучки, гнезда. Не знаю, как их назвать. У нас это у меня, у моих двух дочерей. У нас одинаковая структура волос, у нас вьющиеся волосы, и соответственно все, что на затылке вот здесь вот, образует за день огромный пучок скомканных волос. То есть вечером нужно обязательно перед сном расчесаться, потому что утром можно встать опять с запутанными волосами. Поэтому такая укладка. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!